студия Донской ТВ. Начинаем работу в прямом эфире, как всегда, с понедельника по пятницу с 14 до 20.00 в режиме реального времени. Обсуждаем все самое важное и интересное. В студии Никита Тарола и Елена Еремеева. Здравствуйте. Ну, прямо сейчас поговорим о том, какими шагами движется реформа здравоохранения, какие успехи есть на этом поприще, чем можно похвастаться, а в каких моментах у нас идут задержки и почему, попробуем выяснить. Главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи номер 4 Татьяна Черненко. Приветствуем вас, Татьяна. Да, говорим о том, насколько охотно и вообще происходит ли этот процесс сегодня. Заключают договора с семейными врачами, потому что именно такую меру предполагает реформа в сфере здравоохранения. Да, мы действительно сегодня идем уверенными шагами к реформе и в реформе. Сегодня наши жители нашего города активно заключают декларации, но нам, как медицинским работникам, хотелось, чтобы это было более еще активнее. Сегодня около 30% населения нашего города уже подписали декларацию между семейным врачом и пациентом. 30% – это хороший показатель. Хороший, да. В начале реформы наш министр здравоохранения вообще говорил о том, что они планируют, что по всей Украине не более 25-30% вообще жителей, да, Украины подпишут декларации. Вообще за год, к концу года. Мы уже сегодня имеем цифру практически 30% и уже даже приближаемся к этому за 30%. Поэтому можно сказать, что активно, но опять же, активнее всего сегодня приходят к семейным врачам, это люди, это наше пожилое население, более преклонного возраста. Да, молодежь как-то сегодня не так активна, как бы нам хотелось. Поэтому... Ну, вы как это понимаете? Это связано с тем, что непосредственно пациент приходит обратиться за медицинской помощью, и уже ввиду новых правил он заключает договор с тем лечащим врачом, которому он доверяет или с которым он знаком. А те люди, которые, ну, слава богу, сегодня здоровы и не нуждаются конкретно сейчас в помощи, соответственно, не обращаются и, соответственно, не заключают договор. Вы понимаете, что значит сегодня они не обращаются за медицинской помощью? И дай бог, чтобы со здоровьем все было хорошо, да, и это прекрасно, но ведь не обязательно обращаются, когда есть проблема со здоровьем к доктору, да. Сегодня обращаются, да, за медицинскими справками для предоставления на работу. То есть это все та услуга, которую сегодня будет оказывать семейный врач. И для чего вам зато позже тратить время для заключения декларации, да, если сегодня, когда идет активная приписная кампания, когда все центры первичной медико-санитарной помощи с 8 утра до 8 вечера ждут наших пациентов, жители нашего города, да, активно для заключения декларации. Почему сегодня не воспользоваться этим и не прийти к доктору? Хороший вопрос, почему? Ну, что показывает практика? Вот расскажите нам о практике. Приходят люди просто для того, чтобы заключить договор и даже не пройти обследование, не проконсультироваться с врачом, а просто заключить договор на всякий случай. Да, есть. Сегодня есть. Такая, это большая категория наших пациентов. Правда? Да, да. Объясню, что сегодня мы свою работу построили так, что пациент, когда приходит к нам в центр, ему не обязательно нужно записываться, идти на прием к доктору. Да? Сегодня работают два кабинета в режиме с 8 утра до 8 вечера, где стоит 8 компьютеров, где сидят 4 оператора, да, и по возможности, если это есть необходимость, приходят медсестры, садятся за компьютеры, и с 8 до 8 вечера мы заключаем сегодня декларацию. Кроме того, для удобства нашей молодежи, потому что, да, и людей трудоспособного возраста, которые с понедельника по пятницу, с утра до вечера, я понимаю, на работе заняты, прийти в 8 вечера или в 7 часов идти в поликлинику, ну, совсем не хочется. Поэтому мы сегодня в субботу организовали также работу этих кабинетов для заключения декларации. Пожалуйста, в субботу с 8 утра до 15.00 в том же режиме у нас работает два кабинета для заключения декларации. Это нововведение? Нет, мой центр работает так с 1 апреля. Заключение декларации, давайте еще раз напомним, это услуга бесплатная. Ну, да. Это функция, которую нужно сделать в любом случае, потому что, ну, я уверена, что не все население до конца проинформировано и понимает, что это не какой-то договор, где ты там ежемесячно должен, например, что-то выплачивать, ну, как страховая медицина, например. Это даже не услуга. При заключении декларации пациент получает право на получение медицинской услуги, за которую он сам не будет
будет платить, а за него сегодня заплатит Национальная служба здоровья нашему центру. А без декларации будет платить сам? Придется, конечно, заплатить из своего кармана. Поэтому сегодня, поэтому мы и приходим сегодня, обращаемся, да, с экранов телевидения к нашим пациентам и к нашим жителям, что сегодня, когда еще такой тестовый режим, и когда сегодня есть время, да, и выбрать, и заключить декларацию, нужно это делать сегодня, не ждать, когда вот потом мне понадобится, я приду и заключу. Давайте о подробностях поговорим, а сразу после сюжета. Покажем сюжет и вернемся в студию. Пожалуйста. Медики призывают одесситов не откладывать в долгий ящик подписание договоров с семейными врачами. С 2019 года без подписания такого договора пациенты смогут получить лишь неотложную помощь. Все остальные медуслуги придется оплачивать из собственного кармана. Те пациенты, которые не выберут себе семейного врача и не будут иметь декларацию, имеют право на получение только неотложной помощи. Это нормативно-правовое поле нашего государства на сегодняшний день. И процент деклараций, конечно, недостаточный для того, чтобы продолжать жить спокойно, будучи на сегодняшний день одесситом. Потому что с нового года мы переходим на абсолютно новый механизм финансирования. Отметим, что на сегодняшний день договора с медиками заключили 237 тысяч одесситов, то есть треть. Жители нашего города отстают, например, от Харькова, где декларации подписали уже более 700 тысяч человек, и Днепра. Здесь такой документ подписало 476 тысяч человек. Существующую проблему с подписанием деклараций признает и заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк. У нас есть перечень проблемных регионов, в нем в частности Луганская, Закарпатская, Одесская, Сумская области. Но ситуация меняется. Сейчас во вторую волну, например, подтянулась Сумская область. Хотя на первом этапе там не подписывали договоры с нацслужбой. У нас сейчас нет областей, где никто не заключил договоры со службой. Но есть такие, где договоров очень мало. Напомним, что второй этап медицинской реформы в Украине стартовал в июле. Согласно ему, с 2019 года центры первичной медико-санитарной помощи будут получать деньги от Национальной службы здоровья лишь посредством подписания деклараций. Ну, давайте прямо сейчас о подробностях. Просто на очень простом примере объясним нашим телезрителям, как будет работать. Приходит человек, обращается за помощью медицинской, с условием, что у него есть договор с врачом. И другой человек, возможно, с такой же проблемой, без договора. Как это будет выглядеть оказание медицинской помощи? Можете выдумать какую-то, вот, ну, пусть это будет простуда, да, вот такая проблема. И какие деньги он должен будет доставать из собственного кармана? Значит, сегодня мы говорим о том, что неотложная помощь будет продолжаться оказываться нашим одесситам, да, при любых обстоятельствах. Неважно, заключит он сегодня декларацию или не заключит, но это неотложная помощь. Что касается обычно, да, банальной простуды, да, там, видите, сосудистая дистония, какие-то скачки артериального давления, это не относится к неотложным состояниям. Да? Вот поэтому пациентам придется, если они не заключили сегодня декларацию, значит, они не могут пользоваться пакетом социальных медицинских услуг, которые сегодня предоставляются государством, да, за который, за эти услуги, не пациент платит, а платит Национальная служба здоровья, но при наличии декларации. То есть декларация – это тот документ, через который придут деньги вот за Скажите, эти услуги. Скажите, а все-таки декларацию заключают с кем? С учреждением, медучреждением или Нет, с конкретным доктором? Сегодня декларацию заключают с конкретным доктором, с семейным врачом или с педиатром. Исключительно, то есть нужно сначала выбрать, кто это будет, а Конечно. Если вот есть с этим сложности, если кто-то не знает, там, кому пойти. Вы знаете, пойти. Уже, наверное, с 1 апреля мы об этом столько много говорили и рассказывали, что сегодня сложности в выборе доктора. А вот вы очень ошибаетесь, потому что как раз информационная кампания, как мы, журналисты, понимаем, достаточно слабая в этом вопросе. И очень много людей, которые правда не понимают и не знают, что делать, куда идти, какого доктора выбирать. Смотрите, сегодня в каждом лечебном учреждении, я сегодня буду говорить за центры первичной медико-санитарной помощи, есть стенды, где размещена полная информация о каждом семейном докторе, который работает в этом учреждении. Значит, что этот стенд и что эта информация в себе содержит? Это фотография доктора, это короткая, значит,
кратко описано, где этот доктор работал, какой у него стаж работы, какую он сегодня имеет категорию, его семейное положение, женат или не женат, то, что нашим пациентам иногда очень важно, сколько времени он может потратить на пациента, да, если у него, допустим, трое или четверо детей, они тоже на это смотрят сегодня. Поэтому, я же говорю, сегодня полная информация, вот у нас в центре сегодня, да, перед кабинетом, где заключаются декларации, находится 4 стенда, где на каждом стенде размещена информация и фотографии доктора данной амбулатории. Разрывать декларацию с конкретным доктором можно? Конечно. Конечно, в любой точно момент. Точно так же приходишь и говоришь, что не хочу, да, хочу если другого. Если по каким-то, ну, не сложились отношения между врачом и пациентом, такое часто бывает. Да, в конце концов, человек может переехать, ему удобно. Конечно, да, другом... да. Он приходит в новое лечебное учреждение, приносит свои документы, паспорт и код, там ему заполняют новую декларацию, и автоматически в системе идет разрыв старой декларации. Как конкретно вы, как главврач, поступаете, когда у какого-то доктора очень маленькое количество людей, которые готовы с ним заключить декларацию. Аутсайдер. Увольняете его? Нет. Сегодня мы, конечно, все оптимистично настроены. Сегодня мы понимаем, что наши пациенты немного где-то недопонимают. Возможно, и боятся. Возможно, действительно, как вы говорите, да, нет необходимости сегодня прийти в центр. У нас сегодня в центре работает много молодежи, которые молодые специалисты, только окончили университеты. Ну как можно уволить человека, который сегодня закончил университет, действительно пришел работать, его еще не знают наши пациенты. Но молодой, перспективный, нет, конечно. Сегодня мы будем работать на то, чтобы этого врача узнали наши пациенты. Да, сегодня у нас молодежь активно работает. Они ходят на участок, они развешивают объявления, они знакомятся с пациентами, они приглашают их, мы устраиваем вот по субботам в актовом зале у нас, возможно, прийти, ознакомиться с информацией, как проходит приписная кампания. И заведующие амбулатории общаются с пациентами. То есть мы сегодня работаем, это работа ежедневная. Давайте еще раз вспомним, что входит в социальный пакет при подписании декларации с врачом. Какую помощь будет получать? Ну, не все же бесплатно. Конечно, не все, нет. Давайте скажем, сегодня что конкретно. Сегодня есть перечень тех услуг, которые мы можем предоставлять в рамках этого пакета. Значит, первое – это консультация, конечно же, семейного врача. Да? Второе – это общий анализ крови, это общий анализ мочи, это глюкоза крови, это холестерин крови, это рост, вес, это быстрые тесты на гепатиты Б и С, ВИЧ и тропонины в случае как диагностическое такое исследование для инфаркта миокарда. Сдача анализов, в общем говоря, бесплатно. Ну, в каком? Она входит в этот, то есть этот перечень анализов входит в этот гарантированный социальный пакет, за который заплатит Национальная служба здоровья. Как часто можно пользоваться такой услугой? Или столько, сколько необходимо? Столько, сколько будет необходимо по решению семейного врача. Если тому пациенту нужно будет 2, 3, 4, 5 раз делать эти анализы, они будут сделаны. Что касается детей, семейный доктор – это не педиатр? Нет. Педиатрам нужно отдельно заключать декларацию от имени кого? Значит, сегодня у нас какая система? Семейный врач сегодня имеет право вести пациентов от 0 и до. Педиатры имеют право вести от 0 до 18 лет, да? Поэтому сегодня семейные врачи наши, у нас есть дети в центре, которые заключили декларацию с нашими семейными врачами, это более 250 детей. Сегодня семейные врачи, те, которые сегодня в себе настолько уверены, что они смогут вести деток маленьких, они заключают с ними также декларации. То есть еще раз, ну так как дети, мы понимаем, эти 250 детей это родители, а родители, дети, конечно, конечно, родитель должен прийти со своими документами, со свидетельством о рождении ребенка и заключить декларацию с семейным врачом. Если он заключает декларацию доктор, родитель с педиатром, например, нужно еще отдельно, ну вот на ребенка, нужно еще на себя отдельно заключать отдельную декларацию с семейным конечно, доктором. Конечно, да, декларация уже между два, пациентом и между семейным врачом или педиатром. Если это мама, она заключает декларацию с семейным врачом, да? Если это ребенок младше 18 лет, то можно заключить декларацию как с педиатром, так и с семейным врачом. А маме можно с педиатром заключить декларацию? Нет, я же говорю, что педиатры, они обслуживают сегодня население только от 0 до 18 лет. Давайте еще поговорим о статистике. Вот практически год, да, мы уже можем подвести итоги каждого сезона, у каждого сезона есть свои особенности, когда аллергия, когда простуды. И вот семейный врач, ну, вернее, врач, с которым заключают договора взрослые люди, ну, пользуется большой популярностью. Ну, и у него хороший результат, или у него авторитет, вернее, хороший, у него много деклараций. В
пиковые какие-то сезоны заболеваний, нет ли сложностей с приемом, потому что большое количество деклараций подписано, и к нему вот уже прям очереди стоят, и он не справляется с объемом. А у некоторых, ну, как мы сказали, аутсайдеров, не будем так, ну, у тех, у кого меньше, да, они сидят и ждут. Сегодня каждый центр, каждый руководитель будет вырабатывать какую-то свою тактику в работе, да, если будет данная проблема сегодня. У нас еще этой проблемы не было, я вам сразу говорю, это открыто. Значит, что у нас сегодня? Если у доктора полная запись, да, всегда есть дежурный врач. Вот, допустим, у нас все амбулатории врачи принимают посменно. Допустим, с 8 до 12 одна смена, с 12 до 4 вторая смена, с 4 до 8 третья смена докторов. Да? Вот с 8 до 12, допустим, 6 докторов идет пример амбулатория. Из них всегда есть дежурный врач. На тот случай, что если у всех есть запись полная, да, но есть же неотложное состояние, есть вот кому нехорошо пришли в поликлинику, обратились в центр. На этот случай всегда работает и открыт кабинет, где есть доктор, куда без очереди можно попасть и получить неотложную помощь. Приоритетность какая-то есть между человеком, который заключил договор, и человеком, который не заключил, но пришел обратиться? Если это неотложное состояние, конечно же, есть. В первую очередь это идут люди, которые заключили декларацию, и у нас сегодня существует электронная запись во всех центрах. Поэтому здесь пациенты самостоятельно, заблаговременно могут записаться, да, и если они пришли на прием к врачу, они выходя от него, тоже идут и уже сразу же в регистратуре у нас записывается на следующий визит к доктору, чтобы не было вот этих вот очередей. А скажите, вот как на самом-то деле пациенты второй половины жизни пользуются электронной записью? Есть практика, что у них, ну, конечно же, это? Конечно, это не популярно у них, и мы это не скрываем. Сегодня гаджетами пользуются в основном только молодежь. Да, и даже они ленятся вот таким образом. Да. Конечно, не сидят они в социальных сетях, и это ни от кого не секрет, но у всех есть внуки, есть дети, да, и если есть такая необходимость, мы уже разговариваем, если это, допустим, пожилые люди, то семейный же врач знает всю семью, да, да, и как-то уже настраивать, что вот есть электронная запись, что вот запишитесь заранее, уже знать будете, когда у вас какое время, чтобы не стоять в очереди к доктору. То есть мы потихонечку, все равно это все время, да, чтобы наши пациенты научились. Чтобы мы к этому, да, нам всем нужно учиться, но ничего, мы справимся с этим. Но в целом идет реформа, на ваш взгляд, хорошо, несмотря на то, что, увы, Одесса, ну, по показателям не в первой тройке. Вы же знаете нашу Одессу, мы перегоним, мы будем в первой тройке, да. Да, присматриваемся. Присматриваемся. У нас одесситы очень осторожные люди, да, они смотрят, они выбирают, это их право. Сегодня, я же говорю, когда нам государство дало право выбора врача, то почему бы и нет? Почему не поспрашивать? Почему не узнать в одном центре, в другом, в третьем? У нас такие случаи были, и я хочу сказать, что это вот в основном молодежь такая активная, они обращаются к администрации разных центров, они собирают информацию о докторах, где, что, они заходят в кабинет, смотрят, в каких условиях находится этот семейный врач, какое у него материально-техническое оснащение в его кабинете, то есть на это молодежь очень сегодня обращает внимание. Материально-техническое оснащение гарантирует государство? Или врач должен сам подготовить? Перед тем, как мы заключим договоры. Сегодня мы не говорим, сегодня же врачи работают в центрах, да? Сегодня они не отдельные ФОП, они с ней работают в центре. Поэтому мы сегодня несем, руководители учреждений, полную ответственность за наш центр, да? Как будет материально-технически оснащен он? Потому что сегодня одно из условий Национальной службы здоровья при заключении с нами договора, это у нас должно быть полностью соответствовать материально-техническое оснащение табелю оснащения центров первичной медико-санитарной помощи. Поэтому сегодня без этого мы никуда, к сожалению, дальше в условиях реформы не продвинемся. Ну да, вот от вас все-таки, как от медика, в целом оценка. Вы довольны медреформой в целом? Понимаете, мы довольны это тем... Это нужно было делать? Да, это нужно и пациенту сегодня, и это нужно, соответственно, и доктору. Пациенту для того, чтобы он понимал, что он сегодня приходит в этот центр, да, и он получит сегодня качественную медицинскую услугу, да, что с ним будет вести сегодня работу, и заботиться о его здоровье будет и он сам, и еще достойный доктор, которому он сегодня доверяет. Ведь не секрет, что сегодня часть наших пациентов, да, они приходят даже просто пообщаться с доктором. 5 минут общения, они уже практически излеченные, выходят окрыленные из наших кабинетов, да. Поэтому сегодня спасибо мы вам работаем. Большое. Татьяна Черненко, главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи. Прерываемся ненадолго и продолжим. Дождитесь.